на канале Непоседы. Сегодня мы пойдем в зоопарк. И вон какие веселые матрешки. Мне нравится. Да, причем такие цветы, большие. Да, тут живые. Да, прямо из цветов получается матрешки. Принцесса есть? Ух ты, правда принцесса. А вон букет цветов. Где? Как будто перевязаны. Здесь еще поливают. Ага, в виде цветочка, да, это поливочная такая штука, у них шланг поливочный. Пойдемте дальше. Пойдемте в зоопарк. Ух ты! Фонтанчики! Люблю фонтанчики. Они тут вообще необычные. Круто, 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 круто. Это аквапарк здесь рядом с зоопарком. Вот туда люди поднимаются и булки. Ага, это дельфинчики, да? Букетик классный, да. Что, идем дальше? Перед зоопарком. Что тут у нас? Смотрите, кто там поглядывает. Нам сказали. Погодите-ка. Прямо, наверное? Вот, написано, зоопарк. А, вот здесь уже зоопарк? Это указатель, да-да-да, это за указатель. Мы ищем зоопарк. На этой территории находится он. Где конкретно, мы не знаем. Так, зоопарк, аквапарк. Так, детская площадка. Ага, пляж даже есть. Понятно. Сауна даже. Сауна есть? Да. Пальмы, смотрите, какие-то. Маленькие пальмочки, да, какие? Мама, я же фотографировала. Да, я хочу. Буратино с черепахой. Что-то написано? Да, точно, там что-то написано. РЖД. Октябрьский. Смотрите, а это что совершенно? А это горит. Тут очень красиво вечером. Подсветка. Давайте. Давай. А ты сколько хочешь будешь? Лечебный корпус. Ага. Угу. Мне тоже. Пока все хорошо. Птичка, птичка. Вот прогей. Ну, я мне показала. Розу прям везде растут. Угу. Стойте! Это настоящий! Павлин. Павлин настоящий, да? Прям вот так. Да, вот точно. Прям тут гуляет. Смотрите, правда настоящие. Я тоже думаю, что они не летают. Да, у них тяжелый хвост. Как бы они так просто тут не сидели. Мам, что у них хвост? А у него, смотри, хвост какой-то поближе. Значит, он уже старенький такой. Ну что, пойдемте дальше? Павлина классный, посмотрели. Павлин. Я его первый раз. Стойте. Илья прям наблюдает за павлином. Понравился он ему. Он идет как курица. Смотрите, как разные растения даже растут, что они подписаны. То есть, видимо, вот, они... так. Вот такое растение мы не видели нигде. Какое? В Сочи. Вот эти вот такие штучки. А, вот эти, да? Угу. Калистемон. Калистемон или калистемон. Какой-то такой.
Пойдемте вон к тому фонтанчику подойдем. Ух ты, правда. А где Гена? Гену потеряла Чебурашку. Ух ты! Классно! Такая собачка интересная. О, кактусы! Да. Можно попробовать. Это, наверное, нет, это не кактусы. Не кактусы? Да нет, и дальше. А, точно. Пойдемте дальше к фонтану. Мы пока до зоопарка фонтан? Дойдем. Нет. Вот, смотрите. Банан-то? Смотрите, сколько сидений, здесь что-то проводят. Вечерами, скорее всего, здесь что-то проходит. А вон и прямо. Пойдемте? Нет, давайте прямо хотим. Ангелина хочет что-то посмотреть. Что там такое, Ангелина? Олень. Олень? А он спрятался в кустах, да, чтобы его не заметили? Смотрите, классно. Стрекоза летает возле оленя. Опа, такой живой. Ты с другой стороны хочешь зайти? Посмотреть на оленя с той стороны? Помахать ему. Или потрогать его хочешь? По машинам оттуда. Привет! Помаши! Подписчики нашего канала, привет! Мы вас не забыли. Она мягкая, да? Мягкая. Ну так можно и отсюда вас потрогать, наверное. Пойдемте дальше. Я хочу потрогать. Правда мягкая. Пойдемте в зоопарк. А пойдемте вон туда по лестницам поднимемся. Это не к зоопарку. Ну а ты откуда знаешь? Ну и что, пойдем поднимемся, да посмотрим. А мы вот так обойдем. Ангелина вперед планеты всей бежит. Ну еще успела посидеть уже. Вот, тут уже второй ярус. Да, слушай, правда. Классно. Сиденье. Пока животными не пахнет. Там нас вернули. Нам надо там, прямо на это. Пойдемте. Я пойду с ним там. А там море. Нет, почему? Отсюда, направо. А, море видно. Что Ангелин там нашла? Ничего. Ничего не нашла. Пойдемте. Туда. Направо. Вот так. Смотрите, круто. Нас встречают. О, я понял, сосна. 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 Ага. Это кусок. Смотрите, какие шишки. Большие? Ты. Мама, иди сюда! Ну какие шишки! Тут Ильзуша, иди сюда! Большие! Вот такие! Нет, не вот такие-то! Из чего он сделан, Ангелин? Пусто, пусто, да? В голове пусто. Да это статуэтка, на которой... Один из семи гномиков. Гномик, смотрите, гномик. А, во,
второй гномик. Смотри, и там гном, смотри. Да-да-да, я уже снял его. Цапля. Там гриб улыбается. Гриб улыбается. Улыбающийся гриб. Да, странно. О, это что за ягода? Где? Тут ягода растет. Покажи. Ух ты, правда ягода растет какая-то? С тобой. Ну, не стоит, мало ли, может, там волчья ягода какая-нибудь для волков. Ночами ходят, уже жуют его. Нет, я хотела его маме просто покормить. Маму хотел накормить ягодой этой? Не, Что там такое? Грибочек. Грибочек? Какой огромный грибочек. Слушай, тут радиация, наверное, какая-то, раз такие грибочки. А я вижу, вижу, отсюда хорошо видно грибочек этот. Шестой корпус. Зоопарк. Стрелочка туда. Зоопарк туда. Туда, да? Прямо. Я недолго, он просто больше как рассматривает. Ну да. Так-то недолго идти. Потому что тут еще разные растения, да. Вау, фиолетовая. Голубая ель, тоже знакомая. Ага, да, точно, вот она голубая ель. Ты туда или туда? Я думаю, направо. И вдоль стеночки вон той, которая разукрашенная. А ты оттуда не видишь, что там написано? Нет, оттуда побежала, чтобы прочитать. Вот зоопарк написано. Написано, сюда? Да? Да, получается. Стрелочка, куда? Сюда, наверное, наверх или куда? А, нет, туда, скорее всего. Вот стрелочка. Зоопарк и стрелочка.